Доброе утро! Меня зовут Роман Белов. Помните, если ваши права нарушены, их всегда можно защитить. Подскажите, до какого возраста дети могут ездить в междугородних автобусах бесплатно? Бесплатно по городу дети могут передвигаться на автобусе, троллейбусе, трамвае, метро, если им не исполнилось 7 лет, и они не сидят на отдельном месте. Те, кто старше 7 лет, пользуются городским транспортом за полную стоимость. Проезд детей в пригородных автобусах оплачивается также. Дети, совершающие перемещение между городами или путешествующие из области в область, могут проехать без оплаты до 5-летнего возраста. Они должны сидеть рядом с сопровождающим или у него на коленях, следовательно, занимать одно место в автобусе. Детям старше 5 и моложе 12 лет можно купить детский билет, который составляет половину стоимости билета взрослого. Если у вас возникли вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону, который вы видите на экране. Доброго вам дня!